Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Посылка от подписчиков «Мы из Сибири Лилия». Сейчас посмотрим, что они там. Где-то там что-то. Так. Здравствуйте, скотчем все заклеено. Ну ладно, разрежу, все равно оно уже никуда не годится. Никуда не пойдет все равно. Вот. Вот эту желтую ленту. Вот эту желтую ленту на посылках обязательно надо отрывать. Под ней скрывается липкая пленка. Вот эту желтую, когда вы закупориваете эту посылку, ее отрывать, там липкая пленка. Она вот прилипнет сюда, вот она лучше будет держать. А видите, они забыли, наверное, ее сюда прилепить. А может, просто не знают. Так, что там у нас? О, сейчас понял. Вкусняк. Вкуснятина. Ой, блин, сейчас нажремся здесь. Блин. О, что у нас? Здесь еды там целый там табор. Здесь тоже тут оторвать ее надо. Или не надо. Так. Так. Я вот так вот. У меня здесь просто штатив мешается. Ой, опять сладости. Ну ладно. Кому-нибудь отправим. Спасибо большое. Апельсинки. Вафли. О, вафли. Значит, это посылка от канала «Мы из Сибири Лилия». Вот, это вафля, я думаю. Попробуем. Так. Какая-то колбаса. Наверное. Стандарт. Тоже попробуем. Какая-то, наверное. Или... А, плавленый сыр, по-моему. Плавленый сыр. А, плавленый сыр. Попробуем. Так, чай, Ахмат, в пакетиках, попьем чаю, блин, как мне развернуть теперь, значит, ну ладно, пускай она вот так будет, а то у меня просто штатив это не повернешь, пускай будет вот так вот. Так, еще пачка чая, блин, теперь... Будем всю зиму пить чай и вспоминать канал «Мы из Сибири Лилия». Вот еще азерчай, букет. Попьем. Еще, блин, одни чаи. Вот этот чай хороший. Дигма хороший чай. Крупнолистовой. Я тоже иногда покупаю его. Спасибо, Лиля. Отличная посылка. Там, что там еще? Соль. О, экстра. Какая-то коричневая. А, цикорий. Это цикорий. А, это цикорий. Это, наверное, самодельный цикорий, скорее всего. Вот написано. Николай цикорий. Вот попьем цикория. А, печенюшки разные. Печенье сахарное. Изюмом. Ладно, здесь придет пенсия, вам тоже что-нибудь отправлю. Крупа гречневая. Ну, это как бы уже готовая, только ее водой солить и все. О, колбасы сейчас наемся. Я сегодня ничего не ел, голодный. Пенсия не пришла, нифига. Я так чуть-чуть купил немного. А, я ездил за посылкой. Вчера был выходной, пришлось еще сегодня ехать. Ну, поедим колбаса, я думаю, отличная. Покушаем. Ой, блин, еще кусок колбасы. Ой, блин. Ну, ладно, что-нибудь вам тоже отправлю. Как-нибудь в понедельник, я думаю,
То же самое. Деньги придут, да? Тоже что-нибудь вкусненько отправим. Вот еще такие. Сахарное печенье. Ну ладно, съедим. Все, хочу, не хочу сахар есть. Но придется. Так, макарошки. Это нужные. Такие люблю. Макароны съели. Пойдет. Целый набор. Можно и не ходить в магазин в неделю. О, мыло, наверное. Ой, хорошее мыло. Мыло. Ну ладно, там счетик. Во, точно. Это паштет такой. Главпродукт. Попробуем. С вами канал «Все для города». Посылка из Сибири. С едой. Канал «Мы из Сибири Лили». Подписывайтесь. Ставьте лайки, жмите на колокольчики. Так, что там еще у нас? Оленина тушеная. Во, оленина. Ну, как-то пробовал оленину. Пойдет. Тушеная. Отлично. О, две банки тушеной оленины. Как раз сегодня я специально тушенки не взял. Так, это паштет из индейки. Главпродукт. Попробуем главпродукт. Ой. Так, вот эти, кстати, кильки очень хорошие. Я всегда беру. Так, вот шпроты. Ну, шпроты тоже пойдут. Правда, я давно их не ел. Давным-давно. Блин, а хлеб-то я не купил сегодня. Ну, ладно, завтра за это куплю. Со шпротами. Или купи... А, лепешки у меня есть. Я вчера лепешки покупал. Вот, шпроты. Попробуем. Вот эти хорошие кильки. Хорошие. Я тоже иногда беру ее. Вот, шпроты попробуем. Так. Что там у нас еще? Так, сыр плавленый такой. С грибами. Тоже попробуем. Спасибо, Лиля. Отличная посылка. Съедобная, так сказать. И, ой, блин, рожков, смотрите, сколько. Блин, придется домой отправлять. Тоже. Тоже придется домой все. Я все это не съем за 10 дней. Все, нормально. Большая посылка. Все съедобное. Гречневая каша. Съедим. Где-то на 7 килограмм получилось. Сейчас буду, наверное, еще начну-то. Ну, что-нибудь съем, наверное. А с колбасой попробую съесть. Так, сейчас опять туда сложу. Мыло. Мыло. О, кстати, у кого запор, ребята, делаем из любого куска мыла свечку и засовываем в анальное отверстие. И ждем 30 минут. И потом идем хорошо. Вот. Мыло любое, детское пойдет. Даже детское хорошо запихнуть в себе на задний проход. Ну, когда запор имеют. Не то, что вот этот кусок засунуть. Скажите, как оно туда залезет. Отверстие маленькое. Вот. То есть делаете свечку. Свечку делаете, сейчас скажу, какую. Свечку, вот у вас мизинец есть вот такой вот. Вот такую свечку делаете. При запоре имеют. И все засунули, подержали там 30 минут. Мыло все там разъест. Весь вас этот, весь запас. Все, все ценное, все съедобное. Спасибо большое каналу «Мы себе людям». Я как бы отправлю в понедельник. У нас денежки придут, еще что-нибудь. Им там вкусненькое уже. Отправлю тоже. Потому что я как бы средств было мало. Я там что-то им, что им там отправил-то. А, я это, облепиху отправлял им. Ну, просто не было денег, чтобы еще что-то купить вкусненько. Купим, обязательно купим. А в понедельник, я думаю, отправим в обратную посылку, по поездку. Вот, может быть, облепихи наберу. Здесь можно еще набрать бетончик облепихи. Наверное, сейчас я позавтракаю. Здесь тут тучи идут. Наверное, дождь будет, ребята. У нас весь сентябрь был бездождливый. Так, это мы пока сюда положим. Так, тушенку тоже. Сейчас положу куда-нибудь. Пока все это я есть не буду.
Я с колбасы начну есть. Печенье. Попробуем. Отъедим. Отъедим. Так. Блин, здесь еды-то, блин. Здесь можно магазин открывать. Магазин открывать можно. Распродавать. С вами канал «Все для города». Жмем на колокольчик. Так, паштет. Вот, мне как раз там клюшка есть. Так, шпроты. Ну, шпроты я, наверное, в обед съем, а кельки тоже. Все это съедим. Спасибо. Так. Паштет. Колбасу беру сразу в холодильник, чтобы она это. Вот. А это такие. Я говорю, сладких не надо было, но ладно. Я им тоже что-нибудь пришлю. У нас там продают птичье молоко, я думаю. Возьму птичье молока и еще что-нибудь. Ну там у нас много чего можно купить. Что-нибудь тоже им отправлю. Короче, спасибо, Лиля. Отличная посылка. Все. Теперь можно кушать. У меня здесь ножик есть, надо как раз попробовать колбасу поесть. Ой. Так. Так, ну ладно, сейчас попробуем. Конечно, потратились они здорово на эту. Я говорю, а носочки-то мне забыли прислать. Ну ладно. Вкусная колбаса, кстати. Не, может быть, там где-то делают. Я у себя такой не видел никогда. Дым-дымыч какой-то. Это. Ну, попробуем. Так. Сейчас закушу и пойду облепиху еще наберу. У нас пока дождя не будет. Потом вам отошлю. Подписывайтесь на ее канал, называется «Мы Сибири Лиля». У нее мало подписчиков. Вон, она вам тоже будет посылки посылать с продуктами. Теперь неделю можно не ездить в магазин. Ну, у них там конфет нет таких, каракум. Куплю каракум конфету. Тоже что пошло. Ну ладно, на этом видеоролик заканчиваю. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываюсь на мой канал «Все для города» и на канал Лилия. Канал называется «Мы из Сибири Лилия». Спасибо за просмотр. Пойду укладывать продукты в шкаф, а то мыши здесь сожрут. Всем пока-пока. Снимал фотоаппаратом Олимпус СН-60.